Всем привет, с вами Резан и Агроморф. У кошечки. Вот, и мы играем в режим под названием VIP-персона, где надо сопровождать персону, ну и что? Так, я хотел настроить себе комплект. Поставить себе какую-нибудь гранату, что ли? О, знаешь, отлично. Мне в ассоциации с этим режимом, это как стенка на стенку, знаешь. Ага. Так, ты опять убежал от меня? А, нет, я не убежал вроде. Где ты? Я не знаю, я на дороге сейчас нахожусь. Просто, блин, очень-очень темная карта. И на какую, кстати, ПНВ активировать? На N. А, нет, не на N. Подождите, сейчас я... Ой, господи, тут все подряд начал нажимать. На Б. Все, мы с ПНВ-шечкой. Ну, коллиматор не... Так, одного я минусанул. Но глядите нахуй, говорят. Что говоришь? Много людей на Б. Ага. Ты живой? Да. Минусанул одного. Так, поднимаюсь на второй этаж. Может быть, здесь кто-то есть? Тут кто-то дым кинул. Хреново. А вообще, где цель? Как понять? Нам нужно либо на А, либо на Б прийти. А они должны их задефать, эти точки. Иди так. Наш этот, типа, должен прийти, да? Да. Чувачок. Так, там стрельба идет по улице. Вау-вау-вау! Все! Да? Устранили их. Так, самый ценный игрок. У нас СССР. Повстанцев Russian Beat. 4-0 парень сыграл за раунд. Ну, мы с тобой не умерли, это уже хорошо. Согласись. Ты бил кого-то? Так, подожди, меня либо кикнуло с команды, или что? Что за хрень? Давай за штурмовую группу заходи. А я возродился уже. Так, ну показано где-то. Какая у тебя команда? Подожди. Что за хрень? Ну, ты против меня. Меня почему-то кинуло... Тебя перекинул. Скорее всего, автобаланс. Ладно, я уже появился. Пофиг. Обращай внимание. Так, я сейчас на дефе, да. Даже класс не настроил. Такой себе. Как появился, так появился. Ладно, я пересойду за вас. Автобаланса меня перекинуло, к сожалению. Так, вот теперь я примерно знаю карту. Один раз все, мы на ней побегали, но уже... Понять не стало. Я даже без ПНВ, по-моему. Да, у меня ПНВ нет. Буду бегать на светлых участках. И еще я с РПК. РПК опасно. Воу-воу-воу-воу. Так, дымовая. Фигово. Фак. Ну-ка, посидим пока здесь, может. Кто-то решит пойти к нам. Ты живой, не? Да, я живой, но у меня проблемы здесь. По мне стрелял снайпер. А здесь такое. Я никак не выйду отсюда. И снайпер кроет вход. Что-то не очень все хорошо. Ты гранатку заюзай. Ну, такое. Лучше снайпер попытаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сволочи. Меня ранили. Без ПНВ вообще не айс, конечно, ночью. Это точно. Черта не видно. Поражение. Я хочу за вас. Почему меня... Место. Перекинуло. Нету места, к сожалению. Выбор команды. Сейчас попробую перезайти. Может быть, получится. Подавлено врагов один. Выстрел сделано всего 4. Так, во. Новая карта. Револт.
Market и Come on, guys, we haven't played Revolt for years. Он хочет Revolt, а я хочу... Well, maybe not later. Не, на самом деле, Revolt офигенная карта. Ты играл? Да. It's the Market every time. Revolt и Market, вот тут айсовые карты. А Siege, вот это вот, там очень много крыс в плане того, что там очень много снайперов. Да, ну ладненько. Главное, чтобы мы с тобой за одну команду были. Это да. Так, сервер меняет карту. Немножко совсем поиграли мы. Ну, сейчас вот, ну ладно, посмотрим. Топ Уэнси. Так, да, гружусь вот. Загрузочка пошла. Так, ну что, давай за штурмовую группу. Я лидер задний. Штурмовая группа. И я хочу побегать с АКМ. Я буду активистом. Ты зашел, да? Да, здесь кобру надо ставить сразу, рукоять и трассера лучше не ставить, я думаю. Так, блин, у меня слишком много. Надо броню поставить. А со взрывчаткой как у меня там дело вообще обстоит? Есть что-нибудь? Ножик, пистолет. Пистолет такой себе, но я уберу пистолет. Родить все. А лучше взрывчаточку. А, нельзя? Серьезно? Ну-ка, тогда может на АКМ получится поставить себе. They probably all went to B, guys. Check B. Hey, I'm reloading. Поставим вот этот прицел. Рукоять. Ой-ой-ой-ой-ой, они уже рашат. Дымовую. Че, рашат-то? А мы на дефе? Да. Что за... Как так-то? Это было очень просто. Это было нечестно, потому что еще не все прогрузились. Они просто зарашили и все. Читеры, читеры, читеры. Говорят, что Аинка... Уменьшили, типа, того, что... 32 секунды длился раунд. Много. Противники просто жесткие. Побежали. Наша задача устранить вип-персону. Глянь, какая красивая карта, офигеть. У меня, блин, черный экран. Все. Первый раз с этим оружием бегаю, ребят. С АКМ. Так что, они альфу рашат или что? Б. У меня на альфе чисто все. На альфе чисто, да, говоришь? Да, мне кажется, на стрельба пойдет. Там вот стрельба идет уже какая-то. Ну, не знаю, я не тут знаю. У вас, ребят. Я по рожечке вроде крою. Надо понять, откуда противники идут, потому что я не очень ориентируюсь на этой карте. Я на нее вообще первый раз играю. Опа. Я снова на B, I think, yeah. Это А. Отличненько. It must be A. А, говорят, идут. Да. Пошли А. Блин, здесь очень похоже, что это А, потому что на Б практически никого нет. Так. Пойдем, а? Посмотрим. О! Да. Победа. Oh. Найс. Так, убил я кого-нибудь или нет, мне интересно. Не, у меня 0-0. Ну счет 10, то есть там что-то я где-то помог. Или это просто победу дали? Скорее всего, за победу. Блин, АКМ много весит. АК-74 3 килограмма. АКМ это... Это лучший ствол. Я поставил еще себе дымовые гранаты в подствольник. Так, если подойти или наоборот отойти, нужно будет. Нужно будет заюзать. Попробуем вот здесь вот пробежать. Probably A. Ох, минус два. Твою мать, я еще жив. Божечки. И минус три. Слушай, я просто всех разнес. Хорош. Прям very nice. What the fuck? Чувак, ты пишешь. Ну, а ты рашил, что ли? Ну да, я вот так зарашил и прям на них выбежал.
Чуваки не ожидали. Дай-ка попробуй тоже заражу, что ли. Думаю, что это хорошая идея. Трак, а если мы вид персону убиваем, все раунд заканчивается. What the fuck? Что за... Ох, май гад. Это было... Слишком просто. А что случилось? Ты его убил? Нет, это убил... СР, чувак. Ну просто вип-персона убил и все. Чисто случайно, да? Вообще изи. Изи режим. Но он интересный, но бывает такое, что прям... Очень быстро все. Давай... Продлить. То есть, потому что вообще не ощутилось. А зачем засидишь, голосуете? Не надо. Only продлить, потому что тут вообще не побегали даже на этой карте по факту. Среднее время жизни 24 секунды. Это вообще... Сидж, в общем, сейчас будет. Сидж так, сидж. Ну, она не очень. Не очень, а может даже очень. По превьюшке нормальная такая, красивенькая. Маркет. Hero. По-моему, когда меняется карта, у меня обновляется запись на бандикаме. А может да? Нет. Да? Ну, не знаю, это все от игры зависит. Заходи давай за отряд разведки. Я лидером буду. АК-74У. За лазутчика? Нет, лазутчик не очень. Прицел Кобра. Выбор отряда, боец. Что у нас боец? А боец будет поперспективнее. СР против нас? Брони нет. Блин, чувствую, всирать будем. Потому что против нас тот чувак, который тащил в прошлый раз. Да ладно? Побежал, посмотрим. Карты вообще офигительные, просто офигительные карты. Нам нужно устранить эту персону. Блин, откуда они будут все? Не знаю, я вообще не знаю эту карту, так что бегу, когда глаза глядят. Ну, смотри, точка А, она находится на корабле вообще. Да? Да. Так что ну-ка. Я думаю, что проходов здесь очень много. Нифига себе. Охренеть. Карта побольше, кстати. Да, намного больше, я тебе скажу. Я слышу стрельбу на... Так, что это было? У вас стреляли. Ого-го. Возле стрельба. Правее. Все? О, это... Аллахаба. Аллахаба. Аллахаба, господи. Что-то прям... виповцы, они прям, ну... Не ценят свою жизнь. Как-то прям рвутся в бой, походу. Хочу быть виповцем. Показать, как надо снимать. Это должен за противоположную команду играть. Вот он, ты, агроморф. Побежали вместе сейчас. Видишь меня? Да. Боже, ты-то глазами смотришь в разные да, стороны. Да, да. Подожди, где ты? А, все, вижу. Ну-ка, посмотри мне в глаза, Фатима. Боже, это такая... О, это вообще... Зарежу! Братара. Побежали. Зачем ты гранату кинул? Нормально. Нормально? Ты меня чуть не убил. Фига себе, что ты пулемёт, что это такое? Скорее всего, ракетница какая-то. Хрена себе, первый раз такой вижу. Ладно, побежали. Ты первый, как пушечное мясо, если что. Ой-ой-ой-ой. Так, нормальненько. А, вижу, вижу цель. Промелькнула. Я тоже видел, на балконе один. Ровно посередине. Посередине? Что-то мне никого не было. Пробегал чел. Это губу слышно. Так, надеюсь, я не умру. Ай. Какой-то дамаж все-таки дополучил я.
либо. Наш. Все тихо. Чего вертолет летит? Они либо возле точки? Не думаю. Так. Там кто-то был. Вижу. Это наш. По мне стреляли. Заходит тут же, где мы какая были. Точка? Это точка. Твою мать! Вау! По мне попали или нет? Впереди у тебя противник был. Так где он? Бляха муха. С окна убили, со второго этажа. Вот крысюки. Так, надо что-то придумать. Что у меня тут с классом? Прицел кобра. Тут кобра у меня, да? А, есть аимпо, прекрасно. Такая музыка. И чувак поет. Нормальненько. Так, что у меня вообще с... граната есть, ножик. Где граната? Ага. Ну ладно, я такой типа рашер. Ну что-то я вообще никого не убил. На прошлой карте затащил. Я ровно за тобой бегу. Сейчас, когда на улице будешь выходить, поаккуратнее. Давай сейчас вот здесь пробегаем дорогу и в дома. По этому флангу сейчас зайдем. Вижу тебя, да. Так, ты... где ты? Куда ты делся? Я в дом зашел. Блин, снайперов тут реально тяжело заметить очень. В этой игре. Я думаю, можно снайперов потом собирать. Да мне тоже что-то захотелось. Попробовать хоть. Вижу противника. Прошел в левый дом. Ах ты, блин, на двоих вышел. Твою мать. Где они? Помнишь, куда я бежал? Не убили. Вообще жесть. Я не понимаю, где их стартовая эта точка, откуда они бегут. Пулеметчик, все занято. А, блин, они, короче, знаешь, от тех домов, в которых мы ходили, они с правой стороны. Что-то у него за оружие такое. Задерживает дыхание. А как задерживает дыхание? Shift к прицеле. Так, победа тем временем. Несмотря ни на что, у нас одни победы. С учетом того, что мы на последних местах. Ну, не наш раунд. В прошлом раунде вообще нормально было. Ну, карта мне очень нравится. Не знаю. О, агроморф на меня смотрит. Здрасте. Фижели я так же смотрю. Да. Аллах бабах. Все, побежали. Мы снова с тобой разделились. Хотя вот я сзади тебя. Давай как-то вместе держаться вот здесь вот. Давай. Хотя не очень удачная позиция, что тут еще и наши шмаляют. Давай вот здесь пробежимся, смотри. Вернись назад. Ну давай, ну только там такое. Так, ты наш лежит на телеке. Посмотри. Вам пофигу вражить. Че бояться-то? Реакцию возьми. Бояться нечего. Так. Главное, чтобы не выбежать там двоих на троих сразу. Когда они тоже по тебе целятся. Вот это мало шансов. Один на один, в принципе, можно, можно. Так, тут дым кинули. Одного минусанул. Уже противника. Я тоже одного убил. Все, найс. Еще одного убил? Нет, не убил. По коцу. Победа. Так, убил я хоть кого-нибудь? Да, убил.
Это радует. 4-0 играют ребята. Не, ну они карту знают уже, такие бывалые. А мы только новички, нубы. Да мне только 3 часа в игре. У меня даже часа не было. Вот мы с тобой как начали. Так. Револт все хотят. Револт. И все, только 3 карты. Сайдж, контакт. Ну в этом режиме, да. И револт. То есть мы на них на всех сыграли уже. Угу. Сейчас будет револт. Давайте еще разочек на револьте. И, наверное, закончим. Там, кстати, пошли очки все-таки в этом, в рейтинг. Да? Да, то есть, когда играли, очки не считались. Много. Не, в смысле, вот в режиме этом амбуш идут очки. Давай штурмовики, этот отряд безопасности. Это кто, штурмовики или разведчики? Штурмовики. Погнали, ты специалист, я разведчика возьму. Разведчик сбегает с ПП. Ну давайте попробуем с ПП побегать. Почему бы нет? Мне бы броню поставить получше. А ППшечка на самом деле даже в ближних дистанциях уступает МК. В этой игре, по крайней мере. Ну сейчас попробуем еще. Я хочу испробовать. Так, наверное, пистолет я уберу нафиг. Броню даже не могу поставить. Перчатка. Гранатку. Перчатка 2. Ничего нельзя взять. Ладно, погнали. Блин, у меня противник. Оу, фига себе какой прицел. Нужна хлопа. Да. Мы что, мы выиграли? Да. Как так-то вообще? СР. Чувак, он говорит, что он читер. Да? Ну, я не уверен. Ну, блин, когда мы с ним играем, то что-то очень быстрое раунды. Возможно, реально читак. Ну, скоро его забанят нахер. Читерастов не хотелось бы видеть в этой игре. Читы есть для всех игр, на самом деле. А для Доты есть? Для Доты есть. Да ладно. Мап как есть, приватный. Только он стоит кучу бабла. Меня убили. Так, я живой, я прожил. Тенечко. Опа. Один готов. Ой, это наш, сори. Вроде не попал. Очень долго в ПП он смотрит в прицел, на самом деле, я тебе скажу. Очень долго. Где-то секунду. Тихо, тихо, что происходит? Свои олени. А, знаешь, как играет СР? Он просто тупо рашит с ППшкой. Угу. И все. Зарезал. Вот изи. Так, тут прохода нет, окей. Ой-ой-ой, сори, мэн. Так, а как вы еще в этой игре говорите? Хорош, чувак. Сори, мэн. СР, 6-0, да он задр. Он еще какой задр, задр, я сейчас посмотрел. Все-таки броняк хорошо играет. Кстати, с ПП я тоже минусанул, чувачка. На третьем месте сейчас. Сейчас ППшечкой попробую зайти. Ага. Говорил, уступает. Ну, блин, я что-то посмотрел, как что-нибудь творяется, и я такой, надо тоже попробовать. Skill exe, чувак пишет, VHXE. Угу. Там уже кто-то я видел. Ой-ой-ой. Ой, бляха-муха, я словил световую. И все. Боже, что за... изи. Прям очень изи. Мы чаще смотрим значок победы, чем играем. Ну, покажем ребятам этот режим VIP. На нем набивается рейтинг. Я вон 170 набил. С нуля. Вот буквально за 20 минут.
Хотя особо и не дают туда убивать, то что ты не успеваешь побежать. Так, я тоже попробую сейчас заразить. Один есть. Но у меня проблема. Где? Я встал не в очень хорошей позиции. У меня проблема, я сделал минус 2. Слушай, СПП-шечка нормально так прибежал. Я вот как он сделал сейчас, тупо зарашил и все. Ну так только надо. Только они должны рашить. Ну-ка, вот сейчас было 170. Не, пока не обновилось. Интересно будет посмотреть, сколько у меня будет рейтинг потом. Так, ну, а маркет был разве? Да. А я продлил. Скорее всего, маркет будет. Зачем, ребята? Маркет это с двумя мостами, помнишь? Да. Сейчас хочу за какой-нибудь другой класс поиграть. Сейчас загрузимся. Что такое? Ну, мне предыдущий, допустим, режим больше нравился. Штурмовая группа или отряд разведки? Куда? Давай отряд разведки. Погнали. Я хочу быть лазутчиком. Кто такой лазутчик? Да я активистом буду. Не, не хочу лазутчиком. Хочу быть стрелком каким-нибудь. Кобра, рукоять. Погнали. Ладно. Я стрелок? Или кто я? Все, я снайпер. Найс. Винтовка Мосина, СКС-очка. Трассирующая. Вули, так. Так, вот это вот возьмем. Пистолет есть, взрывчатка, броня. В принципе, гранатку еще возьмем и нормально. Погнали. Пробую первый раз себе в руле такого снайпера. Блин, я без ПНВшечки, да? Да, хотел тебе сказать, что забыл я. Так, надо, значит, гранатку убрать. Без ПНВшечки тут особо делать. Такое себе. Так, что бы убрать тогда? Гранату. Ну, приоритет ПНВ. Блин, не нравится мне этот прицел на самом деле. Нихера. Я серьезно. А кто-то с фонарем бегает, боже. Мне будет изменено в следующем раунде или нет, сейчас секунду. В следующем раунде будет изменено все. Я без ПНВ, снайпер без ПНВ ночью, нормально. Хардкор, причем конкретно. Я люблю хардкор, вон тебя вижу, ты там точка Б на Б, да, вас там только нужно туда бежать. Да вроде чисто. Пробегает уже. Все, победа. На меня чувак вылетел. Там, кстати. Почему? По-моему, половина выпуска чисто. Мы смотрим на победу, реально. Да. Так, все. ПНВ я поставил вроде бы. Да, найс. Сохранилось. Так, а прицел, ну-ка. Сейчас мы испробуем. Все, начало. Okay. Этот прицел гораздо лучше, мне больше нравится. А что за прицел? Обычный, типа, улучшенный, типа, улучшенный коллиматор. Что типа того, название точно не помню. Так, в общем, я как-то попытаюсь поснайперить. Не знаю, получится ли это у меня или нет. Надо вообще найти позицию, это во-первых. Опа. Застрелял. Никого нет. Опа, вижу. Пробежало одно тело.
без гранаты. Фак, надо отсюда бежать. Граморф, прикрой. Какая точка? Да вот же, напротив. В домах. Шмаляюсь. Мы тоже противники. Меня убили. Я просто отвлекся, посмотрите, что там эти заточки меня скосили. Этот раунд мы все срали. Твою мать! 2-1, я даже кого-то убил там. Так, надо мне набор настроить просто. Бельгийская автоматическая винтовка, эсперская полуавтоматическая. Что-то не хватает, чего-то не хватает. Основное оружие. Надо будет поставить себя в управление, присядочку на Ctrl, то есть один раз нажал и сидишь. Кстати, первое поражение за последнее время. Да? Чувак, 9-0 настрелял. Охренеть. Красавец. Не знаю, снайпер мой, классный мой. Я знаю, где снайпер чисто мой. Это в Bad Company 2. Играл? У меня в Battlefield 4. Bad Company 2, это чисто мой там снайпер был. Я или в Point Blank каком-нибудь. Я там такое делал. КС-очки, в принципе, салаточки тоже неплохо катал. Вот в колде с савапой, ну не савапой, вообще с снайперками я не очень. Всегда, в принципе. Да ладно. Ну игра, да. Игра, которая зародила фазу. Только с, в МВ2 с International. Более-менее еще. А в остальных играх как-то вообще не очень. Пугай. Тут заражить решили. Какую точку? А, они точку. Со стороны А идут. Да. Я двоих минусанул, меня убили. Ага, я видел, где тебя убили. Так, на самом деле здесь как-то чисто все. Лол, перед нашим чуваком пробежал противник, он просто ничего не сделал. Бывает. Репорт. Здрасте. Репорт, нуб. Опа, это что было? Ты опять со стампой? Да я не менял, я хочу тут побегать. Так классно на самом деле, с ПНВ-шечкой и снайперкой бегать. Кстати, тебя, кстати, спасибо не будет. Видишь его? Это наш. Да? Угу. Значок есть. Не заметил. Значок. Ну за снайпера ты особо не выкиляешь. Ну это да. Ну смотри, какая позиция, какая карта. Сейчас попробую, допустим, боец. Ну-ка, если со скайсочкой попробовать зарашить, типа. Ну как зарашить вообще там, пробежать сейчас. В агрессию так пойти немножко. Блин, где здесь вообще лестница на второй этаж? Опа, вижу противника. Блин, это сраная ПНВшка, как же она на свету работает? Это просто пипец какой-то. Один прошел. Рашеры долбаные. Сейчас я скажу, где. Так, вот, вот, вот живучий ублюдок. Эх, меня ранили. Ну, вроде живой. Аккуратно по себе. Да я видел, только вот откуда. Правее немного стреляли. Трейсер оттуда был. Справа от здания. Все, снял. И поражение. Все-таки персона прошла. Сейчас я буду за другой класс. Надеюсь, не будет сейчас смены мапы. К
чат, конечно, прикольный там пишут. Джастин Бибер, там еще всякое. Да все пишут. Так. Пока 74 хочу. Так, ну что, рискануть? Пробежаться на другую сторону? Так, попробуем. Конечно, это будет самоубийство, но все же. Все отлично, я успел сделать. Давай попробуй. Так, я на другой стороне. АК-74 с самым моим любимым оружием в играх. По мне стреляли уже. Так, правда, я без ПНВ. Чисто. На свои глаза играю. На самом деле, ПМВ здесь только для снайперов будет. А если ты рашишь, что здесь, блин, очень сложно в комнаты какие-то заходить, где горит свет. Постоянно отключать его приходится. Оно долго включается. То есть там эффект. Опа, вижу противника. Но он ушел. Да. Сейчас мы его догоним. Слушай, по-моему, это точка А. Да-да-да. Ты живой? Да. На... Бегу. Наших уже минусанули. Ой, по мне стреляют. Меня тоже убили. Фиг знает откуда. Просто... Все, я убил одного. Чувак, вот этот вот он на первом месте идет у них. И он убивает... С UMP через всю карту. Просто по трейсерам, если смотреть. Так. Ах ты, сука! Как я его так пропустил? Кстати, накилял я неплохо, 7-2. Да, кстати, там еще наверху, ну, то есть, блин, вот тот чувак, который убил тебя, там еще рядом с ним на тачке сидел один. Меня убил чувак, который возле тачки сидел, паскуда. Они пробегали там трое вроде бы, одного не стонул. О, так, чувак, молодец. Смотрим дальше. Че он умеет? Бессмысленная граната. Себя только палит. Еще одна. Это смог. А смысл его туда кидать? И смотреть туда. Ты же не увидишь там ничего. А, по нему сзади стреляют. Ой, лакер вообще жесткий. Нереальный лакер. Дайте ему шанс. Давай, чувак. Опа! Да. Просто изрешетили всего. Так, у нас еще двое осталось. Ого, есть глушитель даже надо. А счет не толка, а, хорош. Победа! Два-три идем. Кстати говоря. Это же хорошо. Ну сейчас мы их расхерачим. Погнали, агроморф. О боже, не смотри на меня, отвернись. У тебя такие злые глаза, как будто ты ненавидишь весь мир. А самого-то? Ну-ка, покрутись еще раз так. Можно еще вот так вот сделать, смотри. Ты где? Не, ну это в штанах вообще классика. Так, мне кажется, не А больше ходит, чем Б. Не скажи. Раз на раз. Блин, мне надоело бегать. Ты дашься. Дашься, хоть кого-то можешь выпить иногда. Ой-ой-ой, так вот стануля. Конечно, редко. Сколько же там народу прошло? Там чувак сидит. Боже, я жив, твою мать! Такой перестрелки жесткой. Прямо, видел, куда я стрелял? Да. Там они были. Вон чувака защитили просто. Гранаточку туда, пошла. Гранаточки нету.
У меня есть. Блин, чувак, слышал. Эх, меня убили. Я с зажима просто уже начал херачить, потому что там в темноте был, я не видел, если честно. Я тоже его не вижу. Я просто с зажима. 10-3, троих я убил. Нормально. Ой, вот это боль. Ты живой там? Угу. Нет, я умер. Ты уже все отъехал. У нас трое осталось. Один вообще ФКш, нормально. Просто где-то крысится. С такой стилью у игроков у некоторых прям вообще крысы. Поражение, ну естественно. Не прошли просто-напросто. Мы уже, кстати, минус 40 играем. Да, нормальненько так. Не, блин. Режим-то ничего такой. Когда раунды идут дольше минуты. Давай доиграем уже до выбора карты. Там уже, наверное, сколько там раундов осталось? 1-2, наверное. Я чисто без ПНВшки гоняю. Все, он почти с ПНВшками. И у меня второй счет в команде. Вот так вот. А ты с чем бегаешь? С ППшкой? АК-74. С прицелом и все. По-моему, патронами. Точно уже не помню. Так, а если немножко их испугать так? Типа безумный араб начал стрелять во все, что движется, и не движется тоже. Так, я за тебя иду. Да там же Дамире. Какое? Убили. Убили? Да. У нас два АФК еще. Ты убил его? Ооо! Просто мне в рожу! Столько боли вылетело. Я это прям видел. 11-4, блин, подпортили стату. У меня топовый по киллам было. Да и сейчас топовая, в принципе. Ну и что, когда там выбор будет? 3-4. Кстати, мы выиграли. Наверное, еще и будет один. Нет, по-моему, не будет. Повстанцы победили. Ну что, где выбор карты? Ну и как всегда по классике, Аллах Акбар. Да, все, давайте закончим на этом. В общем, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну и что, у меня 440 очков. Сколько у тебя? Хорош, я сейчас скажу. То есть вот мы наиграли, мы вот поиграли буквально. У меня не обнули, они вообще ноль. Почему? У тебя должны быть ранки. Не обновилось почему-то. Задача 2-0 почему-то у меня счет 140-0. То есть, ой, не 140, а 440 очков. И у меня скоро первый ранг будет. Ну, как скоро, еще 1500 надо набить. Набьем, я думаю. А у тебя какой ранг? Нулевой. То есть мы вообще нубы, ребят, только начали играть.